Продолжаем выпуск. 10 разработчиков лучших стартапов по итогам 2013 года вернулись из США. Там, в самом крупном коворинг-центре мира, молодые предприниматели проходили стажировку. В течение 2 недель изучали инновации и последние маркетинговые технологии. В дальнейшем эти занятия должны помочь им продвигать свои проекты в регионе. От Самарской области такую делегацию отправляют уже 2-й год. Сегодня Минэкономразвития проводят более 100 мероприятий в год для молодых специалистов, которые могут разработать свой стартап. У нас с вами непаханное поле, например, в инновациях в автокомпонентах. Потому что у нас с вами есть АвтоВАЗ, у нас с вами есть рядом с АвтоВАЗом очень много производителей автокомпонентов. Очень быстро развивающаяся отрасль автомобильная в рамках стратегии развития региона, в котором указано, и губернатор Николай Иванович Меркушкин утвердил, что для Самарской области IT-медицина есть новые приоритетные направления развития. Поэтому проекты IT-медицины мы в первую очередь и поддерживаем.